Всем привет, ребята! У нас утро, новый день. Я начинаю вас побегушек. У меня выходной. Бегу сейчас в банк, там в магазин. Возьму что? Ну, то, что надо мне в больницу взять. Вот. И еду проведать друга. Мужа моей подружки юности. Подружки. Вот так вот. Дождя вроде нету, плюс 10, более-менее. Поэтому сейчас максимально пешком пробегаю. Ну, на больницу уже поеду, потому что это далеко аж на окраине города. Вот так вот. Настроение отлично. Сегодня мы проснулись даже без сирен. До сих пор не было. И это не может не радовать. Вот, думаю, еще дня 3 и все. Хорошо, так, мы решаем с Назаром. У нас новый день. Вчерашний день у меня закончился девичником. Мы встретились с девчонками моими еще по молодости, с которыми гуляли по юности. Вот, и это. И приехала я домой поздно. И была без... Не была я без камеры. Я была с камерой, но я не снимала, потому что там не снимаются девчонки на камеру. Вот, и сейчас новый день, у меня еще второй выходной, хочу, Виталика проведали, все прекрасно, у него все хорошо после операции на сердце, слава богу, уже такой живчик, молодец. И сегодня я буду делать уборку, мы с Назаром вдвоем дома, он говорит, тоже у себя хочет сегодня делать, помыть хотя бы полы, и на ужин драники. У меня заказ на дыруны буду готовить. А что тебе приготовить? Ты же не будешь их кушать. Да. Нет. Слушай. Завтра. Пиццу можно завтра. А еще Вика вчера, знаешь, что купила? Посмотри. У нас сегодня будет Катрусинки на зал. Во. Да. С помелой, с чипсами. Я еще посмотрю. Ты да хороший. Отстань. Ешь. А Вика сегодня говорит, Назар, наверное, не видел, что я тосты купила. Я видел вчера. Бо до сих пор, говорит, не делал бутерброды себе. Я видел, да. Видел, да. А я думал, завтра сделал, потому что колбаса была. Да ешь этот пирог, сынок, то я помою это все. Ну хорошо, все, я побежала за сметаной, сбегаю и вернусь, хорошо? Шоколадку возьми. Так, а подожди, ты только за сметаной бежишь? Да. Только за сметаной. Так интересно, да? Ага, ты на таких делаешь, как оно будет. А потом оно типа полосочки разрезать, да? Да, да. Понятно. Я уже полы помыла, поубирала. Чайник осталось помыть и плиту. И мы с Назаром, Назара уроки закончились. Обед у нас. У меня сырный суп. Ох, как же я устала. С тостами. Бедненький. На тостах пармезан, Назара манная каша. С пармезаном. Без пармезана. Запахом пармезана. Ой, ешь давай. Так, жарю драники и сразу подкармливаю своих. Сережка пришел, две сковородочки свеженьких только пожарила, положила. Я чуть-чуть подъела. Сейчас Вика на подходе, как раз ей будут горяченькие. Пылу жару, потому что дыруны вкусные сразу только с плиты, ой, с этого, со сковородки горяченькие. Постоят уже не. Пошли, папка. Катрусинки на зал, кинозал. А чё одна только пачка? Ты можешь мне, Вика, ещё сок допьёшь? Сейчас будем киношечку смотреть, всякие чипсики кушать. Какашки, лисички, сметані. Ой, я такие не пробовала. Вкусно. Паприка и сметана и лук. Ты еще добрала? Может, всем по пачке. Каждый выберет. Я не знаю. Я вот эту хочу попробовать. Назар, наверное, возьме паприку. Я авокадо взяла. Вот с этой. Я поняла, что мягенький. О, хороший, да, такой. В Молли брала? Ясно. Так, а смотреть мы будем? А что мы будем смотреть?
Это что, это что это? Что? А, мне показалась краска. Думала, ты решила начать голову опять красить. Сальсену взяла? Была в премьере? Круто. Ой, возвращаемся к Сульсене. С Хатуной разговаривала, она говорит тоже, что это у Елисея такая же проблема. И говорит, то Сульсена наша жизнь. Ничего не помогает, так же, как и у нас. Так что Вика купила Сульсена. А кто с тартаром ел? Я его поставила. А что, вкусно с тартаром? Да. Так, ладно, что мы смотрим? Как называется? Я ж тебе сказала. Ханна в поисках приключений. А, Ханна в поисках приключений. Пошли. Я уже нашла, вы ставьте телевизор. Пиц. Все, идем кино смотреть. Расскажу, интересно или нет. Я так поняла, приключения семейные в таком плане. Угу. Пока, ваш свинюшник. Пока смотрели фильм, ели помелу. Помела зеленоватая попалась. Не очень вкусно. Ну ничего. Да, ну видно, вон шкурка такая. Не желтенькая. Желтенькая была вкуснее. Короче, фильм не то, что одноразовый, но тут-то страшно. Не, может, кому-то и зайдет, но нам нудно показалось. Нудный фильм. Все, попью сок и спать. На и там. Все. А, 9 часов только. А что я спать собралась? Мне кажется, уже так поздно. У меня опять нос заложило. Ой, тут там. А? Да, темнеет рано и теряешься во времени. Надо еще привыкать. Ладно, тогда посуду помою еще. Ну, мы же сыграем еще с тобой. Не хочешь? Я как раз таки буду ложиться, чтобы... Нет, так мне тоже надо пораньше. Мне утром видео смонтировать. Наверное, там еще надо посмотреть, есть ли что монтировать. Я голову помыть утром перед работой. Ну, короче, тоже дело. С утра надо встать пораньше. На обед я ничего вам не приготовила. Будем на пирожках завтра. Ладно, на этом все. Всем пока. До завтра. Доброе утро у нас. Я сегодня опять проснулась с забитым носом. Это какой-то кашпец уже просто. Кашель так до сих пор откашивали, вернее, не откашливается. Не знаю, надо, наверное, записаться к врачу пойти, потому что это уже ненормально. Неделя нормально, нос, потом 2-3 дня опять закладывает. Что это такое? Не понимаю. Симуля, не понимаю. Сейчас провожаю Викторию на работу и потом сама провожаюсь. Голову сушу. Хорошо, что у нас сейчас разница, потому что вот так, если вместе, я не представляю, как этот головы сушить надо. Все в одно время собираться. Даже ванная, вот это, эти все моменты, тяжело. Фу, я как рыба без воды, хекаю, без носа. Какой у меня вкуснючий завтрак. Сыр, авокадо, тосты. Это лучшее сочетание вкусов. Вот я и дома. Сегодня немножко подстриглась. Как подстриглась? Оживила волосы, просто кончики мне посрезали. Чуть-чуть поровняли, и они теперь такие более сыпучие, более живые. Так, пришли домой с Викой. А Сережи с Назаром нету. Мы не знаем, где, куда наши пацаны чухнули. Так, что я купила? Хлеб. Буряков взяла, буду борщ варить и оставлю еще на это. Это мяско, кусочек на плов. На борщ у меня есть ребрышки свинячие. А! Сейчас. Капуста. Сейчас. Что там? Ну, сейчас я уже доразгружусь. А?
Так, батон, паста томатная, взяла баночку. Рис на плов длинненький, бо мои хотят рассыпчатый, буду делать рассыпчатый. Взяла именно такой, чтобы был рассыпчатый. Хотя я люблю такую кашицу. Ну, хотят рассыпчатый, сделаю палку колбасы на бутерброде. И как же я могла Симочке ничего не купить? Конечно, купила. Закончился у нее корм такой. Все, 500 гривен. Пух, и нету. Все, сейчас поставлю бульон, буду готовить плов и борщик. И все на сегодня. Движуха у нас с Викой. Вика салатик делает, сейчас будем ужинать. Там уже у меня рис готов. Рассыпчатый. Плов. Ну, плов настоящий готовится, конечно, не так. Там много жира и баранина, чи что там, чи говядина. Салатик классный будет, зелени много. Я такие люблю. Так, а тут у меня борщ еще. Ой. Ой, перегрела доча. Ай, я... Закипел мед для соуса. Сейчас он быстро остынет. Вот это я утворила. Чудеса. Так, что тут ребрышки? Еще хай варятся. У меня уже все подготовлено. И свекла отваренная. Нам приятного аппетита. Салат, конечно, бомбический. Обожаем мы с Викой вот этой зелени побольше. И соус вкусный. Правда? Да, приятного аппетита. Спасибо. Все. Так, доготовила борщ. Почти уже готов. Все равно не красные. Вроде и буряки взяла уже такие красные, хорошие. Но какие-то они все равно не это. Какой-то он розовый. Я такие не люблю. Я люблю вот то красное, аж бордовое, чтобы аж картошка красилась. Ну, что-то я не нахожу таких буряков. Не, ну вкусные, конечно. Но не то. И уже и 9:30. Пока туда-сюда прокрутилась, провертелась, кушать приготовила, уже время отдыхать. Так и пролетают рабочие дни. Быстро-быстро. Ну ничего. Ой, с носом опять легче. То легче, то хуже. Я уже не знаю, что мне с ним делать. Какое-то у меня уже такое ощущение, что у меня хронический какой-то отек периодически. Ладно, на этом все. Всем спокойной ночи. Очень надеюсь, бо вечером уже две тревоги были. Хотя целый день была тишина. Аж на мгновение немножко забывается в работе, в заботах. Но сирены не дают нам забыть, да и новости. О новых ударах и все остальное. Симочка. Девочка моя. Все, ладно, ребята. Всем пока. Україна, тримаємось. Все буде. Україна, перемога за нами. Ми все витримаємо. Все. Всіх люблю, цілую. Мира.